Уважаемые друзья рыболовы, всем крепкого здравия и доброго времени суток. Погодка стоит на улице просто шикарная. Очень сильно хочется половить добрую рыбу на безмотыльную мормышку. В общем, хватит разговаривать и всем приятного просмотра. Что, друзья, прибыли на пушку. Сейчас будем расстреливать лунки и закармливать их мормышем. Десяток лунок я закормил сухарем и мормышем. И сейчас пойду на первый круг. Значит, на первый круг я возьму удочку вот такую вот, ковалевку. Леска тут идет 0093, стражок ласточки на крыло, чертик самодельный. И возьму удочку самодельную, вот такую, с карбоновым стражком и мормышем. Начинаем ловить. Рожка на мормыш попала. Вот так. Thank you.
она хорошо сопротивляется. Поддышечек, наверное. Хотя нет, нет. Да, подлещик. Фанерка не крупная. Возьмем, потом покажу вам, какой улов. Да, отпустим все. Вот он. Чуть покрупнее. Прошел я, в общем, целый круг с гвоздишариком, много рыбы поймал, много рыбы отпустил, взял несколько рыбок для того, чтобы показать вам, вот, и надо будет ее сейчас отпустить, чтобы она не мучилась, вот, и решил на следующий круг уже пойти с чертиком плотвином. Есть все-таки надежда на то, что подойдет рыбка покрупнее и удастся ее поймать, но это как бы только надежда. Ну, сейчас я... Небольшой улов, так скажем, из того, что я просто взял, покажу. Брал только более-менее покрупнее. Вот они, маленькие сорожки и маленькие подлещики. Все попалось у меня на гвоздишарик, граненый, цвета бензин. Упирается нормальная рыбка. Сейчас биться начнет перед лункой. Эх ты. А так, чуть покрупнее. Так. Подлещик чуть покрупнее. Ничего серьезного.
Черт, плотвиной. Крупная рыба так и не подошла, поэтому надоело мне ловить мелочь. Я смотал манатки и двигаю до дома. Сегодня очень хорошо рулил граненый гвоздишарик цвета бензин. Уловка от Саши Зайцева. Рыбка хоть и мелкая, но поклевки были интересными. Поэтому я надеюсь, что это видео вам понравилось. Ну а у меня на этом все. Увидимся с вами в следующих видео.